Крайне переменчивая погода ожидает красноярцев на этой неделе. Уже в пятницу значительно похолодает. И подробнее о погоде расскажет специалист гидрометцентра Иван Гордеев. Иван, вам слово. Добрый вечер. Да, действительно переменчивая. По погодным характеристикам ближайшую неделю можно условно разделить на два периода. Сегодня на нашей территории находилась в тылу уходящая на восток циклона. С холодным воздухом над нами формировалось поле повышенного атмосферного давления. А вот на западе, далеко на западе, в районе Причерноморья, формируется, уже наметилась обширная волна теплого воздуха. Она направлена на Ямал. И благодаря ей всю эту неделю на территории Западной Сибири будет преобладать очень теплая погода для данного времени года, ну и нам немного перепадет. Со вторника по четверг в городе по ночам температура воздуха будет колебаться около минус 5 градусов, но в дневные часы будет приближаться к нулю. Правда, в этот период в городе ожидается снег вплоть до умеренного, ухудшения видимости при осадках, ну а на дорогах города и в окрестностях гололедица и снежный накат. А вот во второй половине недели, благодаря антициклону, облачность рассеется и действительно резко похолодает. В пятницу уже в течение всего дня ожидаем около минус 16 градусов и слабый северо-восточный ветер. Однако в субботу с порывистым юго-западным ветром город вновь ворвется потепление. Предварительно на выходные в дневные часы ожидается около минус 3-минус 6 градусов. И осадки к концу недели, если и будут, то уже совсем небольшие. Что будет дальше, узнаем в следующий понедельник. Виктория. Спасибо. Это были прогнозы синоптика.